октябре месяце основные работы, которые мы завершили, это индивидуальные испытания блока оборотного водоснабжения. Также закончили строительно-монтажные работы по системе автоматизации ТЭКОН. Основной фокус внимания на ноябрь месяц – проведение испытаний технологических трубопроводов, монтаж металлоконструкций, технологических трубопроводов, кабельной продукции, завершение основных строительно-монтажных работ для оборотного водоснабжения. В ноябре месяце планируем заниматься в основном факельной системой, то есть основные задачи там – это завершение строительно-монтажных работ и приспособленных складочных по трубопроводным системам.